Ты же не предлагаешь изменить нашу собственную историю. Мы постоянно меняем историю. Я предлагаю кое-что намного хуже. Что именно? Джентльмены, у меня было 400 лет, чтобы подумать над этим. Я передумал. Там же миллиарды и миллиарды атакующих Даликов. Да, и они еще там. Но кое-что миллиарды Даликов не знают. Потому что если бы знали, прислали бы подкрепление. Что? Что они не знают? Что на этот раз нас трое. А, да! Это здорово! Это гениально! О! Я тоже начинаю понимать, это потрясающе! Ха-ха, я думал об этом столетиями. Она показала мне не просто будущее, а будущее, которое мне нужно было увидеть. Наконец-то ты понял. А? Кто показал? Девушка злой волк, я бы тебя расцеловал. Да, так и будет. Извини, что ты сказал, злой волк? Так что будем делать? Каков план? Флот Даликов окружил Галлифрей и постоянно обстреливает его. Небесный барьер еще держится, но что если вся планета возьмет и исчезнет? Хороший вопрос. Далики будут стрелять друг в друга и уничтожат сами себя в перекрестном огне. Галлифрей исчезнет, далики будут уничтожены. И для всей вселенной это будет выглядеть, будто они уничтожили друг друга. Но где будет Галлифрей? Застынет. Застынет в мгновении времени. Спасенный и спрятанный. Вот именно. Как картина.